Внимание! Здание выявлен очаг коронавирусной инфекции. Попрошу всех встать и собраться в одной комнате. Встали, встали, встали! Быстро за мной. Да. Шеф, это же всего лишь обычная дезинфекция. Какая дезинфекция? Сейчас это гарантия закроет все бабки здесь останутся. Шеф, а чего вы все время меня унижаете? Я тебя не унижать! Всю жизнь сидишь на моей шее! Алло.
Всем стоять! Работает полиция! Руки на землю! Я вас вызвал. Голову мне! Ну что, беспредел творите? Меня ограбили! Помогите их найти! Все, все, я спокоен! Голову вниз! Двое, осмотреть помещение! Голову вниз! Че, смеемся? Давай договоримся. Ты просто скажешь, как найти деда. А я обещаю, что твой срок срежут 2 раза. Нет никакого Аташки. Это был Бекки. Не было никакого старика. Это был Бекки, который первый нас допрашивал. Понятия не имею, начальник, вот не поверишь. Он как призрак, прикинь? Никто не знает, кто он, где живет, чем дышит. Чего ты меня тут лечишь, а? Ладно. Ну, этот мент ваш, короче, этот, вот с таким голосом. Эй, Бекки или Бекки. Короче, хуй знает. Допрос окончен. Отправляйте всех в следственный изолятор.
Здравствуйте. Рейс из Сеула прибыл? Да, уже полчаса назад. Хочешь шоколадку? Нет? Ой, Диандаром, сон. Мам! Простите, что опоздал. Там такое творится. Эй! Дашка приехал. Ты это же кузовул, что ли? Диана, мал. Ох, Алхалай, какой ты большой стал, а? Все хорошо? Да. Диана, мал, как я скучал. Ну что, пойдемте. Да? Ага. Так, возьми. Вот это. Ничего не забыла? Нет, нет. Я даже цветы не успел купить. Да ничего страшного. Эй, Алхалай, ты намолосал, а? Там такая хорошая клиника. Все настолько профессионально работают. Лежали мы будто в пятизвездочном отеле. Нам так понравилось. Вот правда, после Кореи хочется поесть нашу кухню. Может, заедем, а? Покушаем? Конечно, пожалуйста. А здесь как раз здесь хорошее кафе. Сейчас заедем. Последний раз спрашиваю. Он был там? Да не, начальник. Я же его знаю, он же ваш коллега. Соданген шал болды деп айттым ғой жерде. Все. Уводи его. Куда? Туда же. И вот, после операции мы 2 дня лежали. В палате. Данияр был обессиленным. Но потом, когда наркоз отошел, мы потихоньку начали выходить на улицу, гулять. Ой, какие вы молодцы, да? Ой, Диана. А ты как? Да я что? Я уволился с работы. Теперь в основном дома сижу. Ну ничего. Скоро я сменю работу, и у нас начнется новая жизнь. Да. Вот смотри, 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 Танечка взлетает. Я там познакомилась с одной женщиной, она тоже с Казахстана. Повезла туда 3 детей в тяжелом состоянии. А сама она занимается фондом поддержки больных детей у нас в стране. Вот, и ты представляешь, они реально, дети помогают. А что за фонд? Я не помню, как называется. В общем, сейчас. Вот сюда ставь. Дочь, да. Вот она мне давала визитку, называется Ахбата. Как ты представляешь, им реально выделяют деньги люди. И вот такая вот помощь. А мы даже и не знали. Ассаламу алейкум. Мне к Хасанову. Спасибо. Как ты тут? Ну, как видишь, нормально. Это стоило того? Что именно? Окей. А ты челка. Стоило всего этого? Знаешь, про это, да. Решил подколоть. Подколол. Ты знал про них? Нет.
Она занималась интернет-мошенничеством и просила прикрывать кое-какие дела по той теме. А то, что у нее есть подельники, я не знал. Я думал, что все проверил, но оказывается, ошибся. Да, дорогой друг. Тебя, конечно, жестко подставили. Короче, Баки, на допросе Альбина с тобой сказала, что ты был близок и знал. Ты можешь рассказать подробнее, что она имела в виду? Я ничего не помню. Хорошо. Зайдем с другой стороны. По статье 190 тебе светит? Я знаю. 10 лет тюрьмы. Ну, это хорошо. А я тебе предлагаю сделку. Ты мне информацию, а я тебе условку. Сойдет? Даю слово. Согласен. Договорились. Чего не хватает в деле? Что мы упустили? А может, ты что-то скрыл от нас? К делу не подшита дача. Так. Ну, я туда к ней ходил, а там клиентов принимала. Что за дача? Ну, обычная хибара, дача как дача, ничего особенного. Ну, ничего подозрительного я там не видел. Ты там все осматривал? Адрес? Записываю. Болгарская трасса. Первый пошел. Второй пошел. Вижу лестницу трехступенчатую. Дверь открывается слева направо. Второй пошел. Держу дверь. Держу правый сектор. Костя. Зачистку произвели, объект чист. Визис, подождите.
Салам алейкум, Жеке. Привет. Мне ваша помощь нужна. Шеф! Шеф! Криминалисты приехали. Работайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Чем могу вам помочь? Мне нужна вот эта женщина. А, Жанна Аскаровна? Проходите, пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте. Можно к вам? Здравствуйте. Заходите. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. А чем могу вам помочь? Понимаете, я бы хотела обратиться по поводу помощи детям. Да, я вас слушаю. Что случилось? Я хотел бы помочь вашему фонду. Это прекрасно. Мы ценим людей, которые по возможности готовы помогать нашему фонду. Сейчас, минуточку. Это наши реквизиты. Через любое отделение банка вы можете перечислить нам деньги. Мы рады любой помощи. Простите, а я могу просто так передать вам деньги? К сожалению, нет. Мы работаем только через банки. И у нас есть общий счет, откуда мы распределяем средства на каждого ребенка. Я вас понял. Спасибо. До свидания. До свидания. Привет, доча. Привет, пап. Как дела? Хорошо. Где Даниэльчик? Даниэль в комнате играет. У нас гости. Где? Где твоя машина? Салам алейкум, Джаханова. Как дела? Хорошо. А что ты тут делаешь? Пропусти меня, пропусти! Пропусти меня! Да? Да вот сына приехал увидеть. А я хотела вас познакомить. Вы уже знакомы? Да. Жаханага работала у меня водителем. Доча, поставь чайник.
Хорошо. Я вас позову. Танечка, идем ко мне. Бля! Вот дорога. Угу. Ну как же, Аханова? Вы похожи? А на самом деле, зачем ты пришел? Опять. Давай. Опа! 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 Я думал, вы уже догадались? Да. Догадываюсь. Чай готов? Идемте. Пойдем к столу. Хорошо? Идем, Данечка. Приказы. Thank you.